Ну что, друзья, наконец этот день настал. Мы все его так долго ждали. Точнее, теперь уже ждали его вы. А у меня это уже не сбывшаяся мечта, но для вас это она начинает становиться явью. Наконец-то мы беремся за ST-обвес с Ford Mondeo 2. Илюшка уже пороги снял. Привет, Илюх. Сейчас поедем в гаражик, снимем обвесик. Здорово. И начнем, наконец-таки, ST-200. Вот так вот должен выглядеть Mondeo 2. В идеальнейшем состоянии. Не, есть, конечно, понятно, нюансы какие-то, но это мелочь. Илюха за Фордом очень следит. Мы потом, я просто, когда гнал Форда, я думаю, помните, что я спрашивал, типа, снять обзор на эту тачку или нет. Вот, а в итоге руки реально так и не доходили. Мы снимем обзор на эту тачку, вот, но, к сожалению, не сегодня. После съема матрицы обвеса мы с Илюхой все-таки снимем видосик, он мне тоже пообещал. А пока краткая внутрянка, то есть руль дерева. Что тут еще интересного? Дерево магнитола, вот долго за магнитолкой гонялся. Также бортовик, дерево, хром, ручки. Так, ну в салоне сзади, это понятно, тут у нас пороги тоже едут. Так что как-то так. Так, друзья, что ж, обвес мы сняли, давайте я вам его поближе покажу. Все, естественно, оригинал. Есть нюансы, то, что они все из силикона пластика, они, короче, такие вот все играючи. Как снимать матрицу полноценно, я пока не знаю, потому что их нужно будет как-то жестко закреплять, иначе обвес получится кривым. По поводу жопы, она еще, кстати, двухсоставная. Вот эта вот нижняя часть, вот видите, я думаю, полоску, она снимается. Как снимать матрицу с двух деталей или с одной, я еще пока, честно, не разбирался и не смотрел, как это будет легче, проще и интереснее. Есть ли смысл делать двухсоставной бампер или просто вот так вот монолитом замазать и снять полноценный бампер. С этим мы разберемся. Все же решил делать двухсоставной бампер. Низ мы уже сняли, у меня здесь стоит юный помощник, да? Да. Это вот нижняя часть под выхлоп, который идет. Анютка сейчас будет нам его обезжиривать и подготавливать непосредственно к нанесению гель-коута и дальше разделительных слоев. Пока она занимается нижней частью, я буду непосредственно заниматься основным бампером. Деталь уже подготовлена в разделительном воске. Гель-коут я уже заколировал. Анютка подготавливает задний бампер. А я сейчас начну наносить сам непосредственно гель-коут. Что, друзья, работа в полном разгаре. Один уже порог полностью готовый, промазанный. Второй получается почти законченный. Еще один слой гель-коута нанесу, чтобы вот такие вот косички убрать. И можно будет, в принципе, начать накидывать стекловолокно. Расскажу по поводу вот этой штуки, которая у нас, к сожалению, не получилась. У нас произошел залип. Вот она матрица. Все идеально, кроме падла одного места. Пришлось матрицу сломать, чтобы вытащить всю вот эту вот деталь. Плюс, к сожалению, подняло краску. У нас произошли также крокодилы, как вы видите. И вот, в принципе, самый главный залип. Это не окей, это очко. Да, это будем исправлять, это буду переделывать. Увы, будет бампер у нас не разборный, будет бампер у нас целиковый. Жду, пока высохнет сейчас второй слой, там уже сухо.
и начинаем накидывать стекломат. Первый слой стекломата положен 300-й. Здесь в совокупе будет слоев 5. А камера уже меня пищит, оповещает то, что я скоро сяду, поэтому я ее сейчас поставлю на зарядку и, в принципе, сегодня вот это все замажу. А уже завтра приду и покажу, что у нас получилось. И будем уже у порогов снимать матрицу. Так что я пошел работать, а вы уже перемещаетесь в завтра. Всем добрый день. Что ж, уже следующий, как вы видите, день. А наши матрицы, вот они, подсохли. Бронированные прям. Вот, сейчас будем вытаскивать наши матрицы. Это мои первые матрицы. То есть я до этого делал маленькие, миниатюрные, размерами, как вот значок, да, вот от Форда. А вот именно с таким объемом я работаю впервые. Что ж, давайте их вытащим, да, посмотрим, что у нас вообще получилось. Сняли первый порог без залипов, без подъема краски и так далее, то есть он отлично снялся. Единственное, есть по матрице вот эти вот крышечки, они вот так вот у нас как-то неправильно отпечатались, поэтому, наверное, это будет вырезаться и крышечки будут сниматься отдельно. Также вижу свои ошибки по окантовке, нужно кант было делать больше, но по крайней мере мы видим линию отреза, где они были, то есть именно кромку самого порога. А в остальном у нас отличная получилась матрица. Все обрезал, все сделал. Вот теперь у нас такая вот полноценная матрица. Поскольку мы с порогами закончили, у нас задний бампер. Сейчас расскажу немножко поподробнее, что мы с ним будем делать, чтобы у меня не получились вот такие вот, ну, так скажем, нюансы, да, о которых я не учел, о которых я не знал. Взять пластилин, обычный пластилин, в принципе, можно скульптурный. Что мы будем делать пластилином? Мы будем залепливать вот такие вот детали, дабы у нас он был более-менее ровным. Закончил. Вот такую лепку. Идеальнейшая полоса. Тут у нас все тоже ништяк. Вот и вот так вот она уходит у нас в конец. Что ж, бампер почти готов. Осталось его обезжирить, сделать окантовочку и можно наносить разделительный слой. Ну что, друзья, уже следующий день. Все 5 слоев лежат. Все у нас закостенело, задубело. В принципе, сейчас буду вытаскивать матрицу, вытаскивать бампер. И надеюсь, все получилось. Это трандец. Просто трандец. Полный трандец. Я не знаю, как ребята вытаскивают более сложные бампера, но я упорился с этим. Я его вытащил. Вот он бампер. Пластилин, кстати, реально помог. В целом бампер весь целый. Вот она сама матрица. Вот, обалденно отразились ребра жесткости под глушитель. Я думал, будут проблемы с вот этой частью, но нет. Проблемы были, вы не поверите, в краях, потому что здесь идут вот такие вот загибы. И в итоге, думаю, видно вот эту вот штуку, и вот отсюда было сложно вытащить. Я весь бампер обстукивал, вытаскивал. В итоге я понимаю, что вот эта часть, она вся отделилась, а вытащить не могу. Мешали непосредственно вот эти вот борта. Что ж, тем временем Илюха уже на подъезде. Нужно по-быстрому отмыть бампер от пластилина и от гель-коута, где остался. И мне помогает мой самый главный стекловолокончик. Вот он. Вот она отдирает гель-коут из вот этих вот мест. Короче, как-то так. Буквально вот недавно Илюха привозил обвес. И уже сейчас он стоит уже снова на машине. Правда, пороги пока лежат в салоне. Их ставить долго.
Вот, а так тачка. Спасибо большое Илюхе, вот этому человечку, за то, что он предоставил мне часть обвеса. И теперь вы, дорогие друзья, сможете его приобрести тоже, кто мечтает об СТ-200. Да? Если все получится. Получится. У меня нет выбора, потому что я пообещал многим то, что сделаю реплику, и они смогут ее купить.